Всем привет, друзья, с вами Беркли, а в этом видео я покажу вам, как установить Mercedes-Benz AMG GT63 2018 года. Данный мод меня многие просили в комментариях, чтобы я показал, как его установить, и в этом видео я покажу вам, как его установить в GTA 5. Очень стильный мерс, и очень мне понравилась здесь вот эта вот крутая приборка. Особенно круто здесь выглядит руль. Так вот выглядит салон, и вот такой вот у нас, ребята, мерс. Но перед началом данной установки давайте разыграем победителя, кто у нас выиграл кастомную одежду в GTA 5, то есть небольшой мод, который я для него сделаю. Так, копируем нашу ссылку, у нас сколько здесь комментариев, 62 комментария, и вставляем ее в рандомайзер. Вот сюда вставляем и генерировать. И кто у нас победитель? Денис у нас победитель с комментарием «Нуго». Поздравляю, Денис, ты выиграл крутую кастомную одежду, которую я для тебя сделаю. Я отвечу тебе в комментарии, и ты можешь написать мне на сервер в Дискорде. Также ссылка на сервер будет в описании под этим видео. Ну и само собой, ребята, кто еще не вступил в этот сервер в Дискорде, вступайте, и здесь я буду помогать, если у вас какие-то проблемы с установкой данных модов. Ну и разное здесь общение и так дальше. Ссылка на него в описании. Что ж, давайте скачаем наш мод и перейдем к установке. Загружаем эти все моды. Нам понадобится также программа Open4. Ну и само собой понадобится ScriptHook обычный вот этот вот. И .NET. .NET я буду скачивать за 6 августа. Переходим ниже, потому что за 6 августа нету багов там. Именно поэтому за 6. Потом скачиваем PC Trainer GTA 5, загружаем его с этого сайта для спавна нашего мода. Потом Game Config тоже загружаем. И Packfile Limit Adjuster для стимовских версий и HeapAdjuster Limit Adjuster. Вот эти вот два файла, которые нам нужны для того, чтобы наша GTA не вылетала на стимовских версиях после установки Game Config, поэтому тоже их скачиваем. Если у вас какая-то другая версия, в принципе, эти файлы вам тоже не помешают. Открываем все файлы, которые мы уже скачали, и открываем корневую папку из GTA 5. У меня на Flash Steam Library, Steam Maps, Common, GTA 5. И устанавливаем сначала самые легкие файлы. ScriptHook 5 обычный, копируем туда, где у нас ярлык GTA-шки. ScriptHook 5 bin, input 8 DLL и ScriptHook 5 DLL перебрасываем сюда. Я заменяю, потому что они у меня уже есть там. Потом копируем .NET, 4 вот эти вот файла, перебрасываем их сюда. Я заменяю тоже, потому что они у меня там уже есть. Также можем их удалить, чтобы они нам не мешали. Далее копируем PC Trainer, отсюда только PC Trainer оси, перебрасываем его тоже сюда, в папку из GTA, закрываем и перебрасываем Packfile Limit Adjuster, вот эти вот два файла. Вы также можете копировать по одному, если вам не получается вот так вот выделить, зажимаете Ctrl клавишу, чтобы выделить так. Потом Heap Limit Adjuster, заходите сюда, Heap Adjuster, Build, Bin и Release, вот эти вот 4 файла перебрасываете сюда. И заменяйте, если что-то можете пропустить, если они у вас уже есть. И удаляем вот эти вот, которые мы уже установили с вами. Все, и запускаем нашу программу Open4 для установки нашего мода. Мод у нас будет способом аддон, как вы уже поняли, наверное. Это вот самый лучший способ, который есть, в принципе, чтобы не потерять все возможности данного мода. Скачиваем 26 мегабайт файла, и запускается установка нашей программы Open4. Далее нам нужно будет распаковать мод, собственно говоря, в папку DLC Packs. Для этого заходим в Open4 вот так вот. Так, заходим сюда, нажимаем Windows, и здесь указываем путь к нашей GTA. Если у вас уже есть эти файлы Open4 и так дальше, то вы их еще раз устанавливать не обязательно. Steam Library, Steam Maps, Common, GTA 5 и выбор папки. Видим 1868. Сразу же открываем Game Config, ищем здесь 1868. Вот у нас 1868, видите. Я копирую максимальный трафик, 5x трафик, 5x spec. Если у вас какая-то другая версия, то Older Version заходите. И здесь важны только вот первые цифры, допустим, 1180. Неважно, там, если у вас 1180 на 1, а здесь 1180 на 2, она вам тоже подойдет. 1180 на 2. Тоже вот так вот просто распакуйте любой отсюда, и все. Запускаем нашу программу Open4. Продолжаем здесь. и запускается программа Open4. Для этого дальше открываем Mercedes-Benz AMG, вот этот вот аддон, заходим ADD, ну здесь Replace и ADD. Replace нам не нужен, потому что он заменит стандартный автомобиль. Я не советую вам заменять Tailgater, потому что там присутствует тюнинг, и тюнинг с кастомными автомобилями зачастую крашит. Ну и нам будет нужен аддон, то есть ADD. Заходим, зашли и нажимаем в Open4 «Нет, спасибо» после запуска. Включаем редактирование обязательно и нажимаем «Да». Потом переходим по следующему пути. Update, x64, DLC Packs. Открываем любой архив и копируем его в папку mods, или же нажимаем «Показать папку mods», чтобы создалась папка mods и папка update туда скопировалась. Вас перебросило сюда, нажимаете потом здесь DLC Packs, и у вас будет тот один архив, если у вас, у меня больше, потому что у меня, видите, сколько здесь модов. И копируем вот это вот AMG GT63, сюда перебрасываете. Для тех, кто спрашивал в комментариях, как добавлять моды, вот если вы уже какой-то мод ранее установили, вам не нужно скачивать программу Open4, там ScriptHook заново, вы просто вот так вот, как я, добавляете и вписываете в DLC-лист, потом сейчас, как я буду сейчас вписывать, название автомобиля. Потом заходим вот по следующему уже пути, открываем вот так вот, скрываем мод, вернее, Update, RPF уже, Common. Ну, здесь Common, или просто нажимаете «Показать» и «Копировать папку Mods». Перебрасывает вас туда, то есть Update, вы должны оказаться Mods, Update, RPF, Common, Data, и сюда копируете ваш Game Config, который вот он. Перебрасываете его сюда, тот, который мы ранее распаковали. Ну и здесь нам нужно открыть DLC-лист. Вот он, редактируем, нажимаем правой кнопкой мышки «Редактировать» и вставляем строчку. То есть нам нужно прописать вот это вот сюда. Копируем любую строчку, которая у нас есть уже ранее, Enter вставить, и выделяем вот так вот название, копируем его и вставляем его здесь. Иначе мод спавниться не будет. И нажимаем «Сохранить». И все, ребята, наш мод установлен, и эту команду для спавна мы будем потом вводить уже в самом трейнере. Ну и запускаем нашу GTA 5, смотрим, как наш мод будет работать. Ну и вот, ребята, наша GTA 5 запустилась, и именно вот такую вот футболочку или кастомный какой-то худи или кофточку вы можете выиграть у меня на канале, чтобы я сделал ее именно для вас. Также этот розыгрыш будет в следующий раз проводиться именно под этим видео. Ну и давайте заспавним наш мод AMG GT63. Для этого просто запускаем наш трейнер, нажимаем клавишу N, переходим в Berkley, здесь стрелками управления, потом спавн и Custom Input. Вводите здесь, нажимаете Enter и потом Edit Keyboard, да, или же Enter просто AMG GT63 вводим здесь вот так и нажимаете Enter. И видите, ребята, мы заспавнились в нашем Мерседесе. Вот такой вот крутой AMG у нас установится в GTA 5. Обязательно поставьте лайк за это видео, если вам он понравился. В принципе, преимущество вот такого вот способа установки модов автомобилей особенно в том, что установив автомобиль аддон способом, в нем присутствует уже тюнинг там и так дальше. Если вы замените стандартный автомобиль, то там, возможно, будут баги. Поэтому мы вот таким вот способом добавляем наш автомобиль GTA 5. Давайте посмотрим изнутри. Особенно круто это все внутри выглядит. Даже вот смотрите, работают стекла заднего вида. Ну и боковые стекла тоже работают. Так, а ну-ка давайте еще посмотрим, как он в тюнинге, да, проявляет себя. Так, Vehicles, Modification. Ну, здесь давайте я вам сразу же покажу в том трейнере, как его тюнит. Возвращайтесь назад. Customize, Maximum, да. Так, у нас даже значок заменился, смотрите. Ну, здесь не особо что-то меняется, не особо он как бы в тюнинге, да, выглядит сильно. Так, давайте-ка посмотрим по умолчанию, такой раскраска. Основной цвет, металлик, давайте возьмем. Так, красный, вот синий, крутой, такой неплохой. Красный формула. Так, вот, ну, черный, наверное, самый лучший или нет. Ну, на таком вот Мерси круто смотрится любой цвет. Как по мне, вот черный тоже круто. Это тоже. Ну все, вроде бы нормально здесь смотрится. Даже вот такой вот синий, да? Давайте-ка посмотрим. Золотой. Так, серый и, ну, такой вот цвет. Далее еще, если вы хотите изменить, допустим, полоску, она по сути меняется. Ну, давайте возьмем синий. Так, вводите здесь дополнительный цвет, по-моему, он должен меняться. Так, ну, дополнительный это вот оттенок меняется, видите, вот такой карбоновый черный. Ну, полоску уже можете сменить с помощью другого трейнера, наверное. Я сейчас попробую. Paint меню, Secondary, Metallic. Нет, это опять-таки не полоска меняется. А может, Procellent? Нет, тоже. Так, ну ладно, полоска пусть будет. Может, как-то она и меняется. Давайте тогда немного прокатимся, что ли. Так, а ну-ка звук. Ну, звук такой себе, если честно. Ну, звук стандартный, такой обычный. По сути, данный автомобиль взят с Forza Horizon 4, да. И, ну, он, в принципе, неплохо выполнен. Но над звуком не помешало бы еще поработать, наверное. Ну-ка, давайте его в другом трейнере по максимуму затюню сейчас. Add all more. Ну, как-то вот так. Ну, звук не меняется, ребята. Почему-то звук нельзя изменить. Вот такой вот у нас, ребята, звук. Турбонаддув как бы слышно, да? Ну, пусть будет уже как есть. Так, давайте посмотрим еще изнутри. Особенно, ну да, вот такой вот тоже есть. Такой вот небольшой бах, если вы ставите тонировку. Так, давайте тонировку уберем. Так, Windows Tin. И вот так вот лучше всего без тонировки ставить. Вот. И вот оно такое, да. Так, а ну-ка, спидометр работает или нет? Только вот тахометр, да. Вижу, что работает. А где спидометр? Что-то его не видно. Также в зеркалах заднего вида не будут определяться автомобили. Это чисто стандартная такая GTA 5 ошибка, чтобы снизить производительность самой игры. Ну а так, Мерседес данный довольно-таки крутой, если честно. Вот, да. Неплохо он выглядит. Можно себе кататься, наваливать. Так, а ну-ка. Управление максимально улучшенное. Так, а ну-ка сейчас шашечки поиграем, да. Управление здесь крутое, конечно же, на этом Мерседесе. Он держится на дороге очень круто. Так, а ну-ка сейчас... Давайте там, где поток будет больше, попробуем поиграть в шашки. Так, а ну-ка, ну-ка, сейчас. Ну, так себе стандартный такой автомобиль, как бы. Ну и полоску нам, к сожалению, не удалось изменить. Я уже устанавливал данный мод, потому что вот подписчики сильно просили именно этот мод. Возможно, на том сайте есть и другой мод, AMG GT63. Где звук более улучшенный, но хотя вряд ли. Так, а ну-ка давайте-ка вот так вот. На нафиг. Я думал, что сейчас как в Need for Speed это все деревья с фуры слетят, и... но так не произошло, к сожалению. А ну-ка давайте-ка под фуру залезем или нет. Посмотрим. Нет, не сможем залезть под фуру, потому что вот сейчас... Ну, может быть, и влез под фуру, но вряд ли, потому что сейчас там у него что-то стоит такое. Так, ну и вот такой вот, ребята, у нас Мерседес установился. Довольно-таки интересный. Если снимаете, допустим, летсплей реальной жизни GTA 5, то особенно это будет интересно, я думаю, подписчикам. Или же просто поиграть с таким вот модом. Да и если тюнинг ставить, посмотрите, я вот... тюнинг поставил, и он как бы без тюнинга выглядит лучше, чем в тюнинге. В принципе, можете вы изменить engine sound, да. Ну-ка, давайте-ка я попробую. Ну, не меняется через трейнер. Меняю, но оно не изменяется. Какой-то стандартный engine sound. Ладно. Ну и что еще хотел сказать, то что данный мод такой себе, в принципе, без тюнинга, да. Если, может, найдете там с тюнингом, то эта установка, в принципе, такая же будет. Ну, если снимаете реальную жизнь, то он отлично будет вписываться в ту атмосферу реальной жизни в GTA 5. То, что вот если вы тюнинг ставите, то изменяется значок, да, смотрите, вот значок пропадает почему-то. Ну ладно, вот такой вот мод. В принципе, моды делать довольно-таки трудно. Ну и возможны разные такие вот баги и так дальше. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, я кому-то помог установить данный автомобиль. Ну и подписывайтесь на канал, вступайте в группу, то есть вступайте на сервер, вернее, и ставьте свои лайки. Там, если у кого-то какие-то трудности возникнут при установке, я обязательно вам отпишу. До свидания, всего хорошего.